Ну да, она ж твоя, да. Скажи, в антресоли вправо была, там же книги четвертые было. Это наша рукодельная лавка. Сюда можно сдавать товары на реализацию. Какая ленточка интересная. А у вас коврики для бисера есть? Корзины, такие тарелочки для бисера, тогда можно положить 5-7 оттенков, такие к концу недели приедут. Только уже без крышечек, с крышечками нет. Понятно. Коврики для бисера были. А где-то я видела. А, в рукодельной лавке. Были, были. Ну, мы же бисера не торгуем, и я перестала такое дело заказывать. Ясно. А ничего, сейчас мы пролетимся и где-нибудь бисера найдем. Туда пойдете к перекрестку, там везде будет. По дороге два магазина зайдете глянь. А на шелкового сколько? Ну да. Так, я не думала, что у меня нету желтого бисера. Вообще я лоханулась. Какая красота. Какая красота. А мулине чье? И Демиси, и Кирова. Это наш магазин Дарлинг. Мам Вороны. Вот такая красота.